Очень положительно, в принципе. У нас девочки, ох, хорошие какие. Я считаю, что да, пускай служат девочки. Я положительно. А почему? А потому что этот, больше дисциплины будет. Я считаю, это мужское дело, не женское. Я так думаю. Нет. Почему? Не знаю. Не их это, я думаю. Есть такой анекдот. Правда, нехороший. Когда женщина говорит, ложись, а она раздвигает ноги. Потом, ну, честно, ничего хорошего я в этом не вижу, честно говоря. Женщина должна рожать детей и следить за хозяйством. Нормально. Пусть служит. Пусть лучше служит, чем занимается другими делами. Я, например, на это смотрю нормально. Потому что каждый выбирает по-своему. И должен сам человек выбирать, хочет он или не хочет. Некоторые девушки, например, не хотят, а некоторые стремятся к этим, учатся. У всех по-разному. А вы бы пошли служить? Честно, да. Я пошла бы. Но уже все. Положительно. Пусть служат? Конечно. Раз мужички переводятся настоящие.